Сегодня на дорогах Барнаула работали сотрудники автоинспекции. В рамках рейда они остановили более десятка машин и проверили документы водителей. Правда, все водители были дамы. Да и рейда никакого не было. Просто мужчины-автоинспекторы решили вновь поздравить горожанок с наступающим 8 марта. В преддверии праздника позвольте вас поздравить с наступающим Международным женским днем 8 марта. Пожелать вам безаварийных дорог и подарит вам памятные подарки. Сосредоточенные и серьезные лица девушек менялись, как только им говорили приятные слова и дарили тюльпаны. Ответом на поздравления мужчин в форме стали очаровательные улыбки представительниц прекрасного пола. Очень приятно.